решение заданий заочной школы МИФИ. Когда я учился в школе в конце 90-х, даже сказал в начале 90-х, я поступил на платное обучение в заочную школу МИФИ. Там присылались задания, я их решал, отправлял обратно, при том, что я еще обучался в физмат-школе при МФТИ номер 503. Там были преподаватели из МФТИ. Наиболее известный — это Лакшин Геннадий Рафаилович. Очень тепло вспоминаю Коршунова Сергея Михайловича. По математике и физике была еще Дубинина Анселия Николаевна. Вот, к сожалению, покойная. А скоро будет вечер встречи, на которой будет Овчинкин, как раз Лакшин и Слободянин, который на ФАПФЕ преподавал. Вот, тут еще писали краткие рецензии. По физике тут учился. Пишут, что мог бы избежать ошибок при внимательной проверке. Жалко, здесь в начале задачи не писал условия, непонятно. Что я здесь решал? Но видите, как старался. Много времени занимало меня. Ну, есть еще альтернатива заочной школе МИФИ. Это, конечно же, заочная физико-техническая школа при МФТИ. Там я работал преподавателем. Вот следующий там будет по русскому языку. Я в следующем видео их сниму.